Да, ребята, отжали у русских братьев вот такие аппарат. Трохи він стоїть денег, наверное. Полный боевой. Будем надеяться, что больше він не будет стрелять по мирным людям украинским. И что ці русские, сука, блядь, загарбники отхватят такой пизды, что больше никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна, блядь. Це ми неподалеку находимся баштанки. Там стоять колонна, есть машина связистов, еще чего-то непонятно, блядь. Но это, наверное, самое главное здобуток. Слава Украине! Смерть врагам! Хай горять в пекле!